Друзья, всем привет. Рудик, ты что там делаешь? Рудик, кто-то, видать, пометил. А он теперь самшит обнюхивает. Ну, вечно зеленое растение. Кисюня, ты что тут нюхаешь? А? Что-то ж нюхает. Ну ладно. Нюхай. Хотел только что вытащить вот эту льдину. А то высказали зрители моего канала опасения, что она может перевернуться, как крышка. Она вот такой толщины, я ее не могу вытащить. Она глубокая, я не перевернуть не могу ничего. Поэтому пусть еще подтает, а потом мы ее достанем. Фу, аж запыхался. Она очень тяжелая и очень толстая. Понюхал. Пошли-ка сегодня погуляем. Так, собственно говоря, у кошки не хватит собственного веса, чтобы ее перевернуть. Все, тему закрыли. Не переживать. Все будет сделано вовремя. Так, сегодня, друзья, весь день плюс 6. Тепло-тепло, все тает. Вот мне интересно, в парке как так вода быстро растаяла? Тут еще на нашем озере лед толстючий. А вот паренек тут протрусил бочками своими. Выспался. И гулять. Кто-то говорит, не снимай, как он в туалет ходит. Я, по-моему, ни разу не снимал. Вот и все. Парень приготовился и делает свои дела. А мы пойдем дальше. Ну, сколько людей, столько и мнений. Так. Воздух такой мягкий какой-то. И очень тепло на улице. О, опоздавшие. Красавица. Ты опоздала, кисюня моя. А вот у Пуни на животе не получается снять. Ну, когда спит на спине, у него как сердечко такое беленькое на брюшке. Если попадется на глаза, обязательно запишу. Догнал наш паренек. Шо, кися? Пошли, пойдем. Да, два раза повторять не надо. Побежали. Вот это в комментариях под видео о озере нашем живом кто-то написал, нельзя город снимать, мама родная. Ну вот как у тебя эта мысль вообще возникла в голове? А я себе муравейник снял, я же тоже в городе снимаю, господи. Ну люди, я прекрасно знаю, что нельзя снимать. Так, рыбаков нету. Сейчас. О, какие облака. А ну-ка. Да. Тут по льдуху трактором ездят. Смотрите, какие. И оно движется на меня. Рыжий уже здесь. Рудик. Тоже полез. Как интересно. Они как двойные. Вот эти, которые черные, не внизу. А выше еще один слой. Вон, видите, как по этому, как полукруг такой по небу. Маша подтянулась. Все здесь. Видите, какой лед толстый. А на озере, в парке как-то быстренько это все дело растаяло. Ну да, там много подпочвенных вод. Я думаю, они плюсовой температуры. Скорее всего, они поспособствовали таянию. Так, а что мы тут нюхаем? Наверное, я сейчас вот этого мальца заберу все-таки. Капец, его аж занесло. Побежал. Что-то его там запугало. Рудик, что с тобой? У него хвост еще больше раздуло, смотрите. Да. Ну, вот так. Как лисица, весь на суете, уши везде. Кто там, что там бежит?
Так, собакин, собакин свой. Побежали дальше. Вот. Да. У парня свои мыслительные процессы. Рудик, кисюня. И не угонишься за ним. И вот он хитрый. Он пошел, забежал только что в камыши. Где-то там Маша. Забежал в камыши. Я его к нему никакую, забежал еще дальше. Я только ушел с берега. Позвал, он как несется. Да? Кисюня, вот откуда-то мы полезли? В хозяйство. Ладно, друзья мои, пойдем вечер коротать. Всем огромное спасибо. Всем всего самого хорошего. Всем мира, добра. Остаемся на связи. Всем-всем пока.